8 мая, и мы приветствуем всех в студии футбольной лотереи 6 из 36. Дорогие друзья, у нас в гостях заслуженный артист Российской Федерации, футбольный болельщик Бари Алибаса! Барри, конечно, конечно же, вы знаете, да, что 11 июня в городе Марселе на стадионе «Велодром» сборная России стартует на чемпионате Европы в матче против сборной Англии. И опять в Марселе. И опять в Марселе. Абсолютно верно. А это уже было. А это уже было. Я тебе скажу, в 1960 году мы уже были в Марселе. Да. Тогда наша сборная обыграла сборную Чехословакии со счетом 3-0. Два гола забил Валентин Иванов, и гол понедельника завершил разгром сборной Чехословакии. Я тебе даже скажу, кому они не забили. Они не забили Льву Яшину. Об этом чуть позже. Об этом хорошо. Чуть позже. Скажите, вот 60-й год, да, телевизоров практически ни у кого не было. И все слушали этот репортаж по радио. Помните эти вот моменты, когда наши выиграли? Не практически не было ни у кого. Телевизоры были только в районе, я, наверное, думаю, Красной площади в Москве. Да. Остальные все слушали, естественно, по радио. И я очень хорошо помню этот матч, когда собрались у нас дома наши соседи, и все прильнули к этому радио, как будто это вот выдавали пайки. Вот так даже, да? Да. Ну что, давайте поаплодируем Барри Каримовичу. Очень интересная история. Кстати, чехи тогда не забили, вы правы, Льву Яшину. А в 63-м году Лев Яшин был признан лучшим футболистом Европы. Абсолютно верно. Европы был признан лучшим футболистом Лев Яшин. Да, и получил золотой мяч. Это, кстати, единственный случай, когда вратарь получил золотой мяч как лучший футболист Европы. И сегодня, внимание, дорогие друзья, у нас в студии тот самый легендарный золотой мяч Льва Яшина. Встречаем его! Спасибо, Вика, спасибо. Вот Вика, он. Можно прикоснуться? А, Сергей, можно? Можно прикоснуться? Можно, Барри Карин. К этому мячу, о котором можно. Я так много слышал по радио. Прикоснитесь. Ну, а нам бы, друзья, очень хотелось, чтобы сегодня частичка мастерства легендарного Льва Яшина передалась футболистам нашей сборной. И особенно вратарям. Давайте пожелаем нашим футболистам успехов на чемпионате Европы. Сыграем, как Яшин. Еще раз, сыграем, как Яшин. Победа будет наша. Великолепно. Спасибо большое нашим болельщикам. Давайте поаплодируем. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, нам пора начинать розыгрыш 39-го тиража футбольной лотереи 6 из 36. Призовой фонд 39-го тиража футбольной лотереи 6 из 36 составляет 7 миллионов 495 тысяч 100 рублей. Гарантированный суперприз сегодняшнего тиража составляет 3 миллиона рублей. Да, вот такие деньги огромные, Барри Каримович. Ну, с удовольствием я вам вручаю 2 билета этого тиража. Вот так они выглядят. Держите, Барри Каримович. У нас есть такая традиция. Мы начинаем наш тираж после того, как наш почетный гость наносит первый символический удар по мячу. Готовы, Барри Каримович? Итак, да, вот здесь мяч, вот здесь ворота. Барри Каримович! Решающий гол! Да! Шар номер 23. Шар номер 14. 34. Шар номер 34. 6. Шар номер 6.
номер 36. Шар номер 36. Последний шар номер 19. Шар номер 19. Последний шар. Розыгрыш 39-го тиража лотереи 6 из 36 завершен. Борис Ильич, прошу вас, подойти к лототрону. У вас такая уникальная машина. Уникальная машина, лототрон. Фантастика. Давайте назовем шары, которые сегодня выпали из лототрона. Итак. Шар номер 23. Угу. Шар номер 14. Шар номер 34. Шар номер 6, шар 36 и шар 19. Спасибо, Борис Ильич. Давайте идем на место. А сейчас вспомним с вами не менее легендарный матч. Это 2011 год. Россия-Словакия. Отборочный матч к чемпионату Европы. Вот наши ребята. Вот смотрите, Аршавин великолепно отдает пас. Вот это Жирков Юра по флангу. А это Алан Загоев, который на 71-й минуте забивает победный гол. И наши выигрывают тогда со счетом 1-0. Результаты розыгрыша сегодняшнего тиража вы видите на экране. А теперь, внимание, прямо сейчас мы узнаем, разыгран ли сегодня суперприз. Итак, 6 номеров из 6 сегодня не совпали ни у кого. И наш суперприз переходит в следующий тираж, и через неделю он составит 3 миллиона рублей. Поздравляю всех, кто уже выиграл, и желаю вам играть, играть, играть и побеждать. Прекрасно, спасибо. А давайте мы сейчас поддержим наших футболистов. Ребята, страну в обиду не дадим. Скоро мы победим. Отлично, спасибо. Ну что, Сталин, дорогой мой человек, с удовольствием я вам вручаю билеты 40-го тиража нашей футбольной лотереи 6 из 36 в ходе розыгрыша. 40-го тиража мы будем вспоминать такие прекрасные матчи, как СССР-Англия и Россия-Англия. 88-й год, 1988 год, СССР выигрывает Англию 3-1. И 2007 год, Россия-Англия тоже 3-1. Держите два билета, вам играйте, выигрывайте. Уважаемые наши дорогие болельщики, те, кто приобретет 5 билетов любого последующего тиража, получит в подарок комплект палок-стучалок с символикой нашей футбольной лотереи. Но это еще не все. 11 числа стартует чемпионат Европы по футболу. И к этому событию приурочен вот такой подарочный набор болельщика. Тираж состоится 11 числа. Здесь 10 билетов. 41-го тиража нашей футбольной лотереи. Под одной обложкой 55 лучших победных голов нашей команды. Болейте за Россию. Играйте в лотерею. Впереди нас ждет 183-й тираж жилищной лотереи. Уважаемые дамы и господа, мы встретимся буквально через несколько рекламных минут. Дамы и господа, мы начинаем 183-й тираж жилищной лотереи. У нас в гостях Бори Алибасов. Доброе утро. Здравствуйте. Бори Каримович. Вы были у нас полгода назад и говорили, что у вас в вашей прекрасной хай-тек квартире какие-то проблемы возникли с вашим любимцем, с вашим котом. Ну какие? Еще какие проблемы? Не проблемы, а проблемище. Кот переписал на себя квартиру, оформил. Mm. Да. Mm. Больше того, он умудрился даже переписать на себя авторство всех песен, которые я написал, авторство Врао охраняет. В результате теперь выясняется, в случае моего ухода из жизни ни группа Нана, ни мой сын не получают ничего. Все остается коту. Я продолжу эту серьезную тему и скажу, что, в принципе, в нашей жизни очень часто возникают квартирные вопросы. Но решать их помогает жилищная лотерея! И сегодня в 183-м тираже жилищной лотереи мы разыграем 7 квартир и множество денежных призов. Борис Каримович, позвольте вам вручить 2 билета 183-го тиража. Вот так они выглядят. Вот так. Вы, пожалуйста, играйте с нами. Я уверен, что вам повезет сегодня. Кроме того, я хочу напомнить, что сегодня всех участников нашей специальной акции ждет розыгрыш смартфона iPhone 6.
Парикович. Я хочу айфон. Это потом. А для того, чтобы начать тираж, мне потребуется ваша помощь. Давайте, пожалуйста, вашу руку. Угу. Вашу руку, да, отлично. Итак, дорогие друзья, мы запускаем лототрон. 3, 2, 1, пуск! Призовой фонд сегодняшнего тиража жилищной лотереи составляет 19 786 тысяч рублей. Гарантированный суперприз тиража составляет 3 миллиона рублей. В первом туре мы разыграем 210 тысяч рублей. Я хочу напомнить, что если первый тур закончится на пятом ходу, то победитель получает не только приз первого тура, но и суперприз. Мы ждем первый шар первого тура. 82. Шар номер 82. 79. Шар номер 79. Барри Каримович, сейчас зачеркивают за вас пока. 37. 87. 87. Внимание, дамы и господа. Следующий код 5. Это означает, что суперприз может быть разыгран прямо сейчас. Шар номер 48. Шар номер 48. Суперприз жилищной лотереи сегодня... не разыгран. Его призовый фонд переходит в следующий тираж. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем первый тур. 31. 31. 54. 54. Стоп-игра. Стоп-игра. В первом туре выиграл один билет, приобретенный в Республике Татарстан. Ваш выигрыш 210 тысяч рублей. Поздравляем вас. Дорогой друг, я рад за тебя бесконечно. 210 тысяч рублей. Вау, молодец. Спасибо. Переходим во второй тур сегодняшнего тиража и начинаем самое интересное. Розыгрыш 7 квартир. Запускаем лототрон. 68. 68. 8. Шар номер 8. 5. Шар номер 5. 4. 4. Напоминаю, мы начали разыгрывать квартиры во втором туре. 26. Шар номер 26. 7. Шар номер 7. И 7 квартир сегодня в розыгрыше. 73. Шар номер 73. 75. Шар номер 75. 3. Шар номер 3. 17. Шар номер 17. Что, Барри Каримович, захватило вас зрелище падающих шаров, да? Да. Не столько зрелище шаров, сколько предчувствие счастья. 40. Шар номер 40. 52. 52. 35. 35. То есть вы решили пока не зачеркивать, а потом проверить, да? Да, а сейчас вы... 65. 65. А сейчас вы как-то пытаетесь как-то удачу... Я не могу оторваться. 53. 53. Пытаетесь приманить удачу, да? Завораживает. 77. Шар номер 77. 7 квартир в розыгрыше. 58. 58. Мы во втором туре. 6. Шар номер 6. 78. 78. 29. 29. С нами по-прежнему играет Барри Алибасов. 16. Шар номер 16. 62. 62. 55. 55. Вот такая хитрая тактика. Он не зачеркивает. Он гипнотизирует шары. 32. Шар номер 32. Будьте внимательны. 2. Шар номер 2. Это второй тур. 7 квартир в розыгрыше. 19. Шар номер 19. 18. Шар номер 18. 9. Шар номер 9. 49. Шар номер 49. 84. 84. Продолжаем разыгрывать недвижимость, а именно 7 квартир. 67. 67. 44. Шар номер 44. Стоп-игра. Стоп-игра. И у нас есть первый обладатель квартиры. Он приобрел свой счастливый билет в Кемеровской области. Поздравляем вас. Ну что же, первая квартира разыграна с почином. И с новосельем вас, дорогой друг. Переходим в третий тур сегодняшнего тиража и продолжаем розыгрыш квартир. Запускаем лототрон. 47. Шар номер 47.
38. 38. Мы продолжаем разыгрывать квартиры. 76. 76. Это третий тур, и мы продолжаем разыгрывать 6 квартир. 46. 46. Одну разыграли, осталось 6. 10. Шар номер 10. 70. Шар номер 70. 69. 69. 80. 80. 13. 13. Напоминаю, 6 квартир в розыгрыше, дамы и господа. 60. 60. 45. 45. 71. 71. Барри Каримович поменял тактику, он теперь зачеркивает. 30. Шар номер 30. 81. 81. Мы продолжаем разыгрывать квартиры для вас. 64. 64. 85. Шар номер 85. 88. Шар номер 88. 72. 72. 12. 12. 63. 63. 90. 90. 14. 14. 28. 28. 34. 34. 22. 22. 66. Шар номер 66. Стоп, игра. Стоп, игра. В третьем туре выиграл один билет, приобретенный в Калининградской области. Ваш выигрыш – квартира. Поздравляем! От всей души поздравляем вас! Переходим в четвертый тур сегодняшнего тиража, и нам осталось разыграть еще 5 квартир. 39. Шар номер 39. Стоп, игра. Стоп, игра. В четвертом туре выиграл один билет, приобретенный в Челябинской области. Ваш выигрыш – квартира. От всей души вас поздравляем! Начинаем пятый тур и продолжаем розыгрыш квартир. 23. Шар номер 23. Стоп, игра. Стоп, игра. В пятом туре определились 3 победителя. Они приобрели свои билеты в Омской, Свердловской и Воронежской областях. Каждый из победителей выиграл квартиру. Поздравляем вас. Переходим в шестой тур сегодняшнего тиража. И нам осталось разыграть последнюю на сегодня квартиру. 89. Шар номер 89. Стоп, игра. Стоп, игра. И у нас определился последний обладатель квартиры на сегодня. Он приобрел свой счастливый билет в Забайкальском крае. Мы вас от всего сердца поздравляем. Итак, 7 квартир было обещано разыграть, и 7 квартир было разыграно. Уважаемые дамы и господа, в 184-м тираже жилищной лотереи, который будет посвящен Дню защиты детей, мы разыграем 10 квартир и множество денежных призов. Ну, а сейчас мы поздравляем всех сегодняшних победителей. Давайте поаплодируем им. А сейчас настало время разыграть денежные призы сегодняшнего тиража. Размер выигрыша вы будете видеть на своих экранах. Запускаем лототрон. 11. Шар номер 11. 36. 36. 27. 27. Размер выигрыша на ваших экранах. 24. Шар номер 24. 59. 59. Мы разыгрываем денежные призы, дамы и господа. 56. 56. 61. 61. 57. 57. 20. Шар номер 20. Один. Шар номер один. 42. 42. 25. 25. 83. Шар номер 83. 21. Шар номер 21. 51. Шар номер 51. 43. Шар номер 43. 15. Шар номер 15. Мы продолжаем разыгрывать денежные призы. 86. Шар номер 86. Стоп, игра. Стоп, игра. Только
Это был последний ход 183-го тиража жилищной лотереи. Поздравляем всех победителей! Давайте мы сейчас с вами подойдем к лототрону и посмотрим, какие шары сегодня из лототрона не выпали. Итак, 74. Шар номер 74. 41. Шар номер 41. 33. Шар номер 33. 50. И шар номер 50. Напоминаю, что эти числа в ваших билетах зачеркивать не нужно. Просто проверьте, если их там нет, значит вы выиграли! 183-й тираж жилищной лотереи завершен. Сегодня выиграло 77 855 билетов. Всего было разыграно призов на общую сумму 19 740 288 рублей. И гарантированный суперприз следующего тиража составит 3 миллиона рублей! Дорогой Барри, спасибо огромное, что пришли к нам сегодня, украсили собой наш тираж. И мы с удовольствием обручаем билеты 184-го тиража жилищной лотереи. Напоминаю, 10 квартир, будет разыграно множество денежных призов. Держите, пожалуйста, нас. Спасибо, поздравляю победителей сегодняшних. Но это еще не все призы на сегодня. Сегодня нам нужно разыграть смартфон iPhone 6 в рамках нашей специальной акции. Сегодня в розыгрыше смартфона участвуют те, кто заранее приобрел вот такие блоки сегодняшнего тиража. В розыгрыше участвует уникальный код акции, указанный на обороте. И те, кто приобрел не менее 3 билетов на сегодняшний тираж жилищной лотереи. В этом случае в розыгрыше участвует номер телефона, который вы оставили при покупке билетов. Дорогие друзья, вы, Барри Каримович, и наши дорогие телезрители, вы можете еще выиграть смартфон в рамках 184-го и 185-го тиража жилищной лотереи. А также поучаствовать в борьбе за главный приз нашей акции — автомобиль «Шкода Октавия», который мы будем разыгрывать 11 июня. Для этого вам нужно приобрести 3 билета на нашем сайте stoloto.ru или 3 билета в пунктах продаж, но обязательно нужно указать номер вашего мобильного телефона. Или есть еще вариант. Приобрести вот такой блок, в котором сразу 3 билета жилищной лотереи. И более подробную информацию об акции вы узнаете, конечно, на нашем сайте stoloto.ru, а также у лотерейных распространителей. Дорогие друзья, торопитесь, осталось всего 2 тиража. Ну что же, давайте приступим к розыгрышу смартфона iPhone 6. Внимание на экран. Итак, дорогие друзья, выиграл участник нашей лотереи с телефонным номером 920-95-82. Естественно, мы не указываем телефонный номер полностью, но скоро счастливый обладатель этого номера получит от нас уведомление. Поздравляем! Друзья, ну а если сегодня вы вдруг не стали обладателем смартфона, подождите, не расстраивайтесь. Вы еще принимаете участие в розыгрыше автомобиля «Шкода Октавия», который состоится в нашей программе совсем скоро, 11 июня. Уважаемые дамы и господа, приобретайте билеты всех наших лотерей и помните, у нас выигрывают! А завершает нашу программу песня группы «На-на». Вау! Пилоты! Увидимся ровно через неделю. Счастливо! Пока! До встречи! Мы друзья, перелетные птицы, только быть наш одним нехорош. На земле не успеешь жениться, а на небе жены не найдешь. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты, ну а девушки, потом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Нежный образ в мечтах ты голубишь, хочешь сердце навеки отдать. Нынче встретишь, увидишь, полюбишь, а на завтра приказ улетать. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом.
первым делом самолеты. Ну а девушки потом. Первым делом самолеты. Ну а девушки потом. Чтоб с тоскою в пути не встречаться, вспоминая про ласковый взгляд, мы решили, друзья, не влюбляться даже в самых красивых девчат. Потому, потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом.